Это тоже такой интересный секрет, если уж говорить вообще, да, о секретах отношений. Это когда у человека первая стадия сексуального влечения, ну, вы же понимаете, что оно имеет огромное значение. У мужчины, в принципе, как бы, да, вот это желание женщины, оно захлестывает его полностью, наполняет его там определенными химическими, да, веществами, он так дуреет, но в принципе, как он готов для женщины все сделать. Вот искусство поддерживать это отдельное искусство, но я вам коротко его не изложу сейчас, но оно есть. То есть сохранить это отурение, да, у мужчины максимально длинный период. Это искусство любви. Но у нас, понимаете, мы выросли в стране, где еще, я помню эту фразу, когда на телемосте сказали, у нас секса нет, женщина. Да, Потому что да. мы даже не понимаем, о чем идет речь, да. А это большое искусство. Оно вообще в Европе как бы немножко как... Вот на Востоке об этом знают лучше, там, поэтому Камасутра там написано. Это большое искусство, и больше всего оно принадлежит женщине. Но наших женщин этому не учат, некому учить. Поискать, может быть, так поучиться, чтобы продлять вот эту одуренность. Может быть даже, да, исходя из того, что мы когда человека влюбляемся, да, ну, и мужчина, и женщина, да, и женщина, она как бы вся становится ему доступной. Она как бы вся становится вот такая, как бы, что ты хочешь, что я и сделаю, да. Я как бы вот, ну, я же тебя люблю, да, как бы вот я тебе все твои сексуальные забаганки, вот это все. Этим надо очень тонко управлять. Мужчину нужно держать в сексуальном тонусе голодного. Не так, чтобы он вообще, ну там, да, у него крышу сносило, потому что, ну как, я в отношениях, а мне не дают, а я прямо тут на стену дерусь. Но не так, чтобы у него было пресыщение. Понимаете, вот аналогия с едой, да? Вот как вот говорят, если ты встаешь из-за стола с чувством легкого голода, вот это нормально, да? Если ты встаешь за стола, что наелся, ты переел уже, да? Вот. То есть надо так, чтобы он не наедался. Ну, это как бы принцип, да? И вот здесь, скорее всего, в начале, ну, вам надо этому еще поучиться, и, ну, подумать над этим, да? Может быть, как-то самой сориентироваться, как это сделать. Чтобы мужчина все равно сексуально всегда был немножко голоден. Это вот может, до 10 лет можно протянуть период страсти. Ну, вот здесь, ну так, да, дальше будет тоже хорошо. Да, да, если умеете, дальше тоже будет хорошо. Но там все равно уже наступит привыкание. Потому что если 10 лет с одной и той же женщиной, ну, оно как-то уже не срабатывает. Там нужно еще три вещи. Вот так, в принципе, скорее всего, он наелся вас. Ну, в таком, да, именно в этом смысле. Пресыщение наступило. И он почав вам и нехтувати, да. То есть вот... А типа, вот и все, да, вот типа у меня уже так не рвет, да, у меня типа уже так не то самое, поэтому я вот сейчас буду вести себя как пресыщенный человек. Вот так он и вел себя потом дальше, как присытившийся, да, всеми теми благами, которые он от вас получил.